6 июня в России отмечается День русского языка. И так совпало, что именно в этот праздник школьники нашей страны сдавали экзамен по русскому языку, который считается одним из самых сложных для изучения во всем мире. Но, как говорят выпускники, вышедшие из пунктов приема экзаменов, самое главное – подготовка. В целом, экзамен был не такой уж и сложный. Ведь наши учителя, как правило, дают нам знания на 100 баллов, а результат ЕГЭ покажет то, как мы их хорошо слушали. Если готовиться к русскому языку, написать его на 80+, это вполне реально. Экзамен, в какой бы форме он ни проходил, всегда стресс для школьника. У одних волнение проходит, когда печатают кимы, и ученик настраивается на рабочий лад. Другим нужно увидеть тесты, чтобы оценить силы и успокоиться. А третьи заранее уверены, что справятся с любым заданием. Мне кажется, экзамен прошел хорошо. Волнения как такового, в принципе, не было, потому что, в принципе, тот преподаватель, который у меня вел все эти годы в школе русский язык и литературу, внушил мне уверенность в себе, в своих силах, и поэтому я шла на экзамен, не волнуюсь. После экзамена ребята еще долго не расходились, ждали своих одноклассников, делились с ними впечатлениями, обсуждали задания и обязательно звонили родителям. Когда готовишься 2 года, прорешиваешь кучу страшных-страшных вариантов, готовишься к самым нетипичным заданиям, а в итоге попадается все простое, адекватное и типичное, и ты со спокойным сердцем знаешь, что ты готов, все это прорешиваешь. У Маши Яушкиной экзамен совпал с днем рождения, и у дверей школы ее ждали родители с цветами и воздушными шарами. Волнения остались позади, сочинение написано, но усталость после 3,5 часов экзамена еще не прошла. Ну, экзамен прошел нормально, задания были, ну, как и ожидались, стандартные. Выпускникам осталось совсем немного, и можно будет сделать небольшую передышку. А потом наступит следующий этап – студенческая жизнь. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.